всех законом осужденных общество содержит в зонах, и там души за забором пропадают. От наклонностей преступных, от путей своих распутных, жизнь идет по кругу, выхода не знают. Ненадолго на свободу, и опять на хлеб и воду, и опять тусовки, словно звери в клетке. А терпение, кто теряет на свободу, убегает, и охрана их стреляет на запретке. Единица, единица, горьких судеб вереница. Тут одна из многих не столь отдаленных мест, как бельмо в глазу столицы, в центре зона. Единица Кальварийская, 36. Кальварийская, 36. Так вот зэки эти жили на усиленном режиме в центре Минска, а в жизни на отшибе. Но там, где править зло привыкло, там Евангелие проникло, и свет солнца появился на орбите. Братья с воли приходили, те, кто тоже срок отбыли, Слово Божье в простоте для всех звучало. И сердца тут изменялись, а кто потом освобождались, как родных на воле церковь принимала. Единица, единица, здесь и зона, и больница, а лекарством стала для сердец благая весть. Эта зона наказания стала центром покаяния. Кальварийская, 36. Кальварийская, 36. Сколько тут людей молилось, сколько судеб изменилось, и хоть годы пролетают, словно птицы, весь благая побеждает, даже зоны закрывают. А сегодня в Минске нету единицы. Центр новый тут сверкает, люди зону забывают, но в другом районе города и здания руками бывших заключенных дом построен для спасенных. Эту церковь называют Гефсимания. Единица, единица, мы туда писали письма, собирали передачи и делились тем, что есть. Слали новые заветы, помню адрес на конвертах. Кальварийская, 36. Кальварийская, 36. Хоть мы Бога вспоминаем, Иисуса прославляем, Он идет по тюрьмам дальше, прогоняя тьму и грех. Зэки Богом не забыты, да и в церковь дверь открыта. Приезжайте, Бог любит всех. Приходите в гости, братья и сестры. Бог любит всех. Вот так вот. Бог сказал: плодитесь и размножайтесь.